Реклама спайсов, солей и миксов стала одной из главных тем на заседании антинаркотической комиссии. Их распространением в Уссурийске в основном занимаются организованные группы. В прошлый четверг в результате масштабной операции одну из таких группировок удалось задержать. Совместно с привлечением сил спецназа, управления, проведены большое количество обысков единовременно. И в настоящее время 10 активных членов находится в изоляторе, и сегодня мы будем выходить на суд уссурийский на арестах. Силами управления были также закрыты два сайта, рекламирующие наркотики. В ближайшие дни в округе закончится операция «МАК», в ходе которой уже изъято рекордное количество наркотических средств. Тем не менее, проблема наркомании по-прежнему остается острой. За 2013 год уссурийский отдел госнаркоконтроля зафиксировал почти 150 преступлений, связанных с наркотиками. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Может, под эгидой или партии «Единой России» или законодательного собрания все-таки отработать вопрос, выйти с инициативой все-таки о создании принудительного лечения людей. Ничего мы с этим не справимся. Это так, стрельба по воробьям. А и воробьи будут все плодиться, плодиться и плодиться. По мнению членов комиссии, профилактика среди молодежи должна стать важнейшим способом борьбы с этой проблемой. В ближайшее время в городе пройдут митинги с участием студентов вузов и СУЗов. Для очистки Уссурийска от рекламы спайсов комиссия создаст специальные команды волонтеров. Евгений Талов, Александр Синельников, Телемикс.